Друзья, привет! Сегодня такой вот обзорчик компрессора от Bord. Вот, продается в таком вот чехле прикольном. Вот. И будем открывать, смотреть, что там внутри. Получается. Такие защелочки. Оп. Оп. И дальше здесь замочек идет по контуру. Здесь находится инструкция, характеристики. Вот, сам компрессор выглядит у нас вот так вот. Вот такой вот компрессор. Сейчас отдельно еще с ним покажу. В комплекте идет такие насадочки. Вот. Больше ничего нет. Вот. Ну, насадки тут надуть, допустим, мячик надуть. Там для лодки, для матраса какого надувного, по сути. Вот. И вот так вот сам выглядит компрессор Bord. Вот. Идет такой длинный шнур, достаточно длинный, чтобы достать. Да. Ну и спереди подкачать, сзади. Потому что вот это вставляется у нас в прикуриватель. А прикуриватель, как обычно, у нас по центру спереди. Вот. Идет такой вот тоже шланг. Соплом. Ну и сам вот компрессор так вот выглядит. Здесь, по сути, ничего лишнего. Вот. Датчик давления и сама кнопка включения и выключения. Все. Больше тут ничего, наверное, такого нету. Характеристики вот такие. Вот. Кому надо, поставьте на паузу и изучите. Вот. По сути, вот и все. Сейчас покажу. Вставляется прикуриватель. Оп, секундочку. Вот прикуриватель. Вставили. Стоит прикуриватель и теперь кнопку. Все работает. Ставьте лайки, ребята. Пока.